Всем привет! NHL.com.ru в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в 7 матчах понедельника. Иван Проворов стал самым результативным россиянином дня. Он сделал 2 передачи в матче с Бостоном и помог Филадельфии одержать волевую победу. Защитник ассистировал голам Трэвиса Конекни в первом периоде и Шона Кутюрье в третьем, и Флайерс обыграли своего главного конкурента в борьбе за место в плей-офф. В последних 4 матчах Проворов набрал 5 очков, а всего в 37 играх сезона в его активе 20 баллов. Оттава проиграла Виннипегу, но сражалась достойно и едва не сравняла счет в концовке. За 4 минуты до конца третьего периода Сенаторы сократили отставание до минимума благодаря шайбе Коннора Брауна, которой ассистировали Евгений Додонов и Артем Анисимов. Для Додонова результативный пас стал всего 4-м в сезоне, а Анисимов в 2 матчах после почти месячной паузы 4 раза помогал забивать партнерам. Остен Мэтьюс забил очередные 2 гола и с 27 шайбами оторвался от конкурентов в борьбе за приз Морриса Ришара. Александр Овечкин отстает от форварда Торонто уже на 8 голов. Maple Leafs сегодня переиграли Калгари, а Илья Михеев пусть и не забил, но с 5 бросками стал лидером команды. У Кирилла Капризова прервалась 3-матчевая голевая серия, а его Миннесота в драматичном матче со счетом 4-5 уступила Колорадо. Эвиланш не проигрывают в основное время уже на протяжении 15 встреч и лидируют в общей таблице лиги вместе с Флоридой. Валерий Нечушкин остался без очков, но очень помогал в разрушении и обеспечивал атаку напором и мощью. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на NHL.com.ru. Если вы смотрите это на YouTube, ссылка в описании. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!